Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию обзор на новинку 2017 года, модель фирмы Tacom Typhoon K. Обозначение K, это значит автомобиль создан на базе КАМАЗ. Такая действительно огромная коробочка, которая не влазит в объектив фотоаппарата. Коробка сделана из тонкого картона, но транспортировку переносит хорошо. Вот, друзья, как видите, в такой большой коробочке лежат литники, все запаковано в отдельные пакеты, инструкция. На инструкции написано КАМАЗ Typhoon K. Инструкция сделана в виде книжечки. Довольно хорошо все отпечатано. На первой странице показаны литники, что входит в комплект. Такая 3D-печать, на которой изображена поэтапность сборки. Как видите, все довольно понятно. Особых сложностей с такой инструкцией по сборке возникнуть не должно. Все красиво нарисовано, отпечатано. Модель на самом деле должна получиться очень красивой. Покрутил уже в руках данный набор. Все довольно неплохо и хорошо сделано. Такой разворот. Здесь краски фирмы Amamic. Цветовая палитра, которая понадобится покраски данной модели. Но предлагают сделать модель только в зеленом цвете, без каких-либо камуфляжей. Ну, это уже как кому хочется. И это вот такой листик-вкладыш в инструкции был. Видно, что-то забыли указать. И отдельно был этот вкладыш вложен в инструкцию. Сейчас распакую пакеты и рассмотрим содержимое коробки. Начнем обзор с литника с прозрачными деталями. Как видите, довольно все хорошо. Прозрачность отличная. Фары сделаны, поворотники. Очень хорошо и красиво все. Корпус дан, как видите, одной деталью. Довольно четкое, хорошее литье. Смотрел. Все добротно сделано. Хорошо видно болты, расшивку. Судя по размерам, получится довольно немаленький бронеавтомобиль. Вот реально смотрю корпус. Очень красивая автомашина.
Набор состоит с двух одинаковых литников. Серый пластик. Посмотрел. Тоже довольно отлично все отлито. Хорошо выполнены детали. Ни облоя, ни следов толкателей. Ничего этого не видно. На сиденьях следы толкателей присутствуют, но на тыльной стороне детали. Надеюсь, сборка труда никакого не составит. Довольно крупные литники, большие. Но посмотрел, деталей не особо на них много. Сами детали просто массивные. Видите, и четвертый, последний литник, на нем тоже деталей не сильно много. Так, проработан руль. Надписей никаких не видно. Но литье без каких-либо претензий. Надеюсь, получится красивая, интересная модель. По количеству деталей, думаю, модель подойдет как для профессионалов, так и для новичков. Дана декалька небольшая и небольшая плата фототравления, на которой мы видим только одни решетки. Ну и хочу также заметить, довольно неплохого качества в наборе даны резиновые колеса. Хорошо видно отчетливо надпись Мишлен, цифровые обозначения. Неплохо сделан протектор. Небольшой тоненький шов просматривается, но думаю, с ним никаких проблем, друзья, не возникнут. На этом, друзья, буду заканчивать. Моя оценка набору, судя по обзору, 5 из 5. Набор интересный, новинка, альтернативы нету. Машина на самом деле должна быть интересная и красивая. Если вы заинтересовались данным набором и хотите его приобрести, вы его можете приобрести в магазине Я-Моделист. Ссылка будет в описании под видео. Спасибо вам, друзья. Оставайтесь с нами. Всех благ вам и вашим близким.